Здравствуйте. Доброго дня. Я пришла к вам за красотой. Очень хорошо. Можете снимать верхнюю одежду, я вас провожу к мастеру. Красота для девушки или женщины – это, наверное, все. Тем более в преддверии праздника 8 марта. Да и что тут скрывать, хочется круглый год выглядеть превосходно. Михаил, ну расскажите, пожалуйста, вот прежде всего, на что вы обращаете внимание, вот когда встречаете девушку? Прежде всего, я обращаю внимание за тем, как она за собой ухаживает, как выглядит, ну и, конечно же, на ногти. То есть, если девушка ухаживает за своими ногтями, то она также ухаживает за своим мужчиной. Ну, это очень хорошо. Но я думаю, что тогда с ногтей-то как раз-таки и начнем. Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте. Вот как раз о ногтях и поговорим. Пишайн – это японский эко-маникюр для тех, кому не все равно, как выглядят и, главное, чувствуют себя руки и ногти. Вот такая коробочка делает наши ногти очень красивыми. Составляющие всего две. Это паста, в основе которой сера входит. Она как раз-таки восстанавливает коллагеновые свойства ногтя. Пишайн отличается от обычного маникюра тем, что в последнем задача замаскировать, изменить естественную форму и поверхность ногтя, чтобы создать иллюзию ухоженности и красоты. А японский эко-маникюр придает ногтям и коже рук естественный, эстетически безупречный внешний вид, восстанавливает и оздоравливает ногтевую пластину и делает это без искусственного укрепления и покрытия при помощи эффективных компонентов и отточенной техники. Все зависит от профессионализма мастера. Алена, я вот вижу, что у нас с вами тут есть три вида ресниц. Расскажите, чем они отличаются, эти ресницы? Все реснички отличаются по толщине, по длине. Если вы делаете, допустим, ресницы постоянно, регулярно, то я рекомендую отдых. Потому что если мы постоянно будем наращивать, у нас ресницы не успеют вырасти. Приклеить такие реснички – ювелирная работа. Ресничка к ресничке, без спешки, аккуратно. Еще важна не только рука мастера, но и клей, желательно гипоаллергенный. Кстати, забота о красоте может стать и прекрасным подарком. А если вы не знаете, что подарить своей любимой на 8 марта, то подарите ей сертификат в салон красоты. Очень нужный и полезный подарок. Маникюр, педикюр, японский маникюр, микроблейдинг бровей, наращивание ресниц. Воткинск, улица Мира, 5, телефон 8-982-996-4130, комната красоты «Сахар». Праздничные дни так и хочется отдохнуть, расслабиться, зарядиться энергией. К сожалению, выходные не такие и длинные, как хотелось бы. Погрузиться в атмосферу заграничного курорта, получить порцию здоровья и стать еще красивее можно, не выезжая из Воткинска. Каждому празднику нужно готовиться заранее, а главное – заботиться о своем здоровье. Вот за здоровьем мы и пришли. Бани, сауны, зона отдыха, бассейны, а также массажи, циркуляционные души, многое другое. Здесь целый комплекс полезных для вашего тела и красоты процедур. Но остановимся мы, пожалуй, на новинке. Перед любым праздником и мужчины, и женщины хотят выглядеть отменно. И есть специальный тренажер, который вам в этом поможет. Такие вибро-тренажеры популярны в любую погоду, востребованы круглый год. Ощущения непередаваемые. Каждая клеточка тела расслабляется. Но это только начало. Дальше будет еще круче. Хамам – это просто панацея от серых рабочих будней. Заходишь туда и наслаждаешься. Звездное небо в хамаме, ненавязчивая подсветка внизу придает некую загадочность. Свет, словно сквозь дымку мерцающий, расслабляет. Большая, малая, финские сауны, комната впечатлений. От такого отдыха приятных впечатлений будет много. Полевая мята является полезным растением для бани. Вы чувствуете, какой аромат? Дышите им и точно никогда не заболеете простудой. А здесь я просто решила предоставить себя стихии воды. Концентрация соли в морском бассейне здоровья больше приближена к показателям концентрации Мертвого моря. Поэтому я легко держусь на воде и не тону. С моим сомнительным умением плавать – отличный выход. Следующий пункт моего назначения – циркуляционный душ. Он представляет одну из самых эффективных процедур гидротерапии. Для полноты картины моего отдыха я отправилась в соляную сауну. Тепло, красиво и очень полезно. Но что на самом деле будоражит ваши ощущения, так это бассейн под открытым небом. Теплый бассейн. И не летом, а зимой. Да что тут сказать, 3N. Не холодно, не передаваемо, но очень классно. Да, этот термальный бассейн под открытым небом пользуется популярностью у всех.
А я уже между тем оказалась в японской бане Фурака. Это такая бочка, но очень большого размера. Температура воды здесь около 40 градусов. Я просто отдыхаю и наслаждаюсь. Проводите свои праздничные дни ярко, незабываемо и при этом экономно. А как? Мы вам уже показали. Наступают дни любви и заботы. Согрейте любимых в воткинских термах. Горячие сауны, открытый бассейн с водой, 36 градусов. Подарите здоровье своим любимым. Воткинские термы. Гастелло 1. Каждой хозяйке на 8 марта наверняка будет приятно получить в подарок кухонные принадлежности. Причем это беспроигрышный вариант на любой праздник. Так, все нужное и полезное. Набор кастрюль, жаровни, противни, посуда для микроволновой печи и многое другое. Из всего разнообразия и правда есть что выбрать. Но это только начало. Впереди вас ждет еще с десяток и даже больше вариантов подарка на 8 марта. Кстати, стоит задуматься и о том, как будет выглядеть ваш праздничный стол. 8 марта – прекрасный повод пригласить к себе в гости гостей. И чтобы ваш стол выглядел еще праздничнее, накройте его красивым чайным сервизом. Он же и неплохой подарок. Красивый и нужный. Итак, вы купили чайный сервиз. Теперь вам просто необходима новая скатерть. Вариантов много на любой вкус и кошелек. Продолжим говорить про подарки. Как вариант – чайники. Обычные со свистками и без, электрические или заварочные. Сегодня в магазинах можно найти огромное количество самых разных, от простых до расписных. Грядут праздничные выходные, вместе с ними и активный отдых на природе. Поэтому термосы вам обязательно пригодятся. Объем на любую компанию, от термокружки до объемов 2,5 литра. В качестве подарка подойдут салатницы и многое другое. Вот о многом другом и продолжим вести разговор. А не думали ли вы, что вашей маме или любимой теще на 8 марта можно подарить картину? А какую? Выбирайте сами. Картины. Такой подарок лучше многих не всегда понятных вещей, которые лежат без пользы. Он интересный и не банальный. Продолжим. Женщина прекрасна в любом возрасте. Если она воспитала уже несколько поколений детей, в том числе и вас, то ее обязательно нужно поздравить с 8 марта. Известно, что наши бабушки очень любят рукодельничать, поэтому вот такие шкатулки для рукоделия станут для них не только приятным, но и полезным подарком. А для девушек приятным подарком станет шкатулка для украшений. Удобная и красивая пригодится любой представительнице прекрасной половины человечества. Да и я бы от такой не отказалась. Кстати, это намек. Постельное белье – это замечательный подарок на любое торжество. Благо, выбор просто огромен. От простого до 3D-эффекта. Главное – знать размер. Кстати сказать, набором полотенец «Неделька» или с веселыми поварятами тоже останутся довольны. Да и правда, вещь функциональная, которая пригодится в хозяйстве. И не обязательно кухонная, можно подарить и обычное банное. Их много не бывает. В идеале на каждого члена семьи должно быть по 4 полотенца. Еще один вариант – пледы или покрывала. От простых до меховых. Не по бюджету, тогда красивые подушки, которые добавят изюминки в интерьер. С наступлением весны так хочется перемен. Освежите свою кухню новыми, яркими, уже готовыми шторами. И тогда накрывать праздничный стол вдвойне будет приятно. Для того, чтобы всегда быть красивой, подумайте о своем внешнем виде и дома. Для того, чтобы этого добиться, можно купить домашний костюм, в котором удобно выполнять домашние дела. Кроме того, вы не будете краснеть перед гостями из-за своего внешнего вида, если они нежданно нагрянут. Если вы не берете ответственность выбрать подарок самому, то сделайте еще проще – вручите подарочный сертификат. Магазин «Хозтовары» поздравляет женщин с праздником и приглашает за подарками. Адрес Кирова, 20, напротив военкомата.